Ну что же, всем еще раз здравствуйте, уважаемые зрители. С вами Рухаб, с вами Мила, это Китай. Если говорить о дивизионах, то это как у нас, ну не примерно как аматорка, наверное, чуть повыше все-таки. Коллективы играют достаточно неплохие, плюс-минус некоторых вы там точно могли знать, например, Стеклонема и так далее. Но в целом уровень игры пока, по крайней мере, я смотрела только одну карту, он меня реально порадовал. По крайней мере, игра была веселая, я надеюсь, вам понравилась. Именно веселая, хотя она длилась 60 плюс минут, плюс был антимаг и спектра. Ну да ладно, про это мы поговорим уже. Поговорили, в принципе, уже хватит. Очередь сил тьмы запрещать героя. Никс, Винтер Виверна, Урса и Вивер у нас у аймпоинтов против Энчантрес, Зомби, Тускара и Вайта. Пока в купол имеется Энчантрес. Как бы это забавно не звучало, но это не сказать, что прям такой быстрый урон. Нужен в идеале было бы неплохо иметь еще кого-то. Осталось 5 секунд. Видимо, взяли Войда, потому что имелся Вивер против. Хотелось бы его как-то вловить. А Тускара, Зомби, Энчантрес, они не особо к этому подходят. То есть в прошлой игре, если вы обратили внимание, они брали героя антимага, когда против него не было вообще никого. Не было ни единого героя, который смог с ним что-то сделать, кроме Шэдоу Демона. Здесь примерно так же хотели сыграть. Взяли Вивера, которого на данный момент не было чем контрить. Но ответили. Ответили у нас Ньюби, взяв Войда. Ребята, это не основной состав Ньюби. Не пугайтесь. Это не с Трипл Си и так далее. Кстати, там, знаете, буквально недавно замена, у них же была Кэт Ю, кажется, был изначально в составе заявлен, а потом он проиграл в составе только 11 или 13 дней, что-то вообще из этой серии, сейчас его в другой состав перевели. Ну, как вы понимаете, у Ньюби несколько составов, они там вообще просто интересно, на кого его заменят. Осталось при этом это был такой достаточно неизвестный игрок, вообще непонятно, откуда он появился. Я думаю, что это был какой-то пабер с большим количеством мэр, его такие взяли, о, так, давай посмотрим его там в паблике, он тащит и так далее, посмотрим, что на продоте может потренировались героя. И поняли, что до продота ему нужно еще в несколько коллективов поиграть. Ну, это вообще моя фантазия, то есть это далеко не факт, что вот так все оно было, но смотрится потому, что как оно происходило именно так, по крайней мере. Инвокер забанили, алхимика забанили, осталось сейчас нужен мидер и одной и другой команде. Это у нас будут линии. Осталось 5 секунд. Вероятнее всего, Урса, Винтер, Виверна, Никс, Вивер. Почему так? Потому что двух милишников на одну линию отправлять не хочется. Хотя Урсе, вот, например, очень здорово, наоборот, чтобы у кого-то был с ним стан. То есть с Никсом он бы тоже сочетался, наверное. Последний пик. И это должен быть мидер, который будет носить много урона в хроносферу. Из наиболее подходящих вариантов смотрится, в принципе, Лина мне нравится. Она очень быстро может ваншотить очередь персонажей. И против Интервьюверна она хороша. Честно, я не ожидала этого героя. Я бы предполагала любого рейнджевика, интовика, который вносил бы урон именно магический. И там Тинкер, что-то такое, Лина, ну, вы понимаете, на что я намекала. Но осталось я не ожидала, что это секунд. Будет Топларка. Все просто, потому что Войд и Энчантерс уже должны были секунд. Быть с руки, и, в принципе, этого должно было хватать. Нужно было бы кого-то, кто легко убивал Вивера. Допустим, идет Лина через Shadow Blade, ловит, и, в принципе, если у Вивера там нет еще Лингит сферы, никаких проблем с ней нету. Плюс против Винтера Виверна она тоже очень неплоха, потому что Винтера Виверна кого-то там засейвила, туда сразу станчик, и Лина, в принципе, ну, станчик под это все дело. То есть, вообще, короче, я думаю, что вы и без меня отлично знаете все ее. Теперь вы можете выбрать плюсы. Своих героев. Тинкер, все-таки, о котором я грезила, он появился, только появился в другой команде. Достаточно неожиданно, что его аймпоинт взяли. Ну, на самом деле, не особо неожиданно. Герой неплохой, и Войда, в принципе, может контрить. Хекс в будущем, по идее, должен появиться.
У них имеется Урса на начальную стадию на мидгейм, у них имеется Вивер на мидгейм на лейт, и у них имеется Тинкер на, наверное, мидгейм тоже лейт. То есть по всем параметрам у них все очень даже неплохо. А вот у Рэдиантов, у них все начинается с... Для начальной хорошей игры, понятное дело, что зомби он хорош, Энчантерс тоже должна оказывать какое-то давление на линии, если у них на линии опять же пойдет. Осталось 5 секунд. Темпларочка, это уже лейт и войд. Вот мне интересно, как будет собираться, потому что последнее время все, что я видела, это через Mask of Madness, но если он решит фармить, это будет, конечно же, БФчик. Старый, древний, вообще помню. Знаете, вот как в Доте все циклично, интересно в этом плане. То есть изначально пиляется там какая-то, не знаю, мода даже, скажем, на айтем-билды, и другой айтем-билд вообще не признается. Ну, я думаю, что все уже с таким сталкивались, это миллион раз было. А потом какой-то проигрок, или даже не проигрок, просто где-то проигрок увидел какого-то другого игрока, что другой этот билд тоже может работать, он его показал на проигре, и этот уже этот билд модный. И вот это постоянно, оно постоянно меняется. Но на самом деле, если у хороших проигроков всегда должно быть, что действовать по ситуации. И если, например, у вас есть возможность очень быстро нафармить БФ, или вы играете против героя, который тоже очень быстро фармит, то почему бы от БФ отказываться, наверное, не стоит. Если вы хотите именно убивать, и у вас есть очень хорошая комбинация, с которой вы можете убивать, Mask of Madness тоже смотрится хорошим вариантом. Мне интересно, как Войд будет собираться конкретно в этой игре. Приготовьтесь к битве. Ну, чего мы только не видели. Диффуза, Манта. Тоже и такой этот билд был. Без Mask of Madness, просто ПТшка. Диффуза, Манта. Что-то друг друга потипали. Этот игрок в прошлой игре, как вы помните, играл на спектре. DC играл на антимаге. Ну, ведь в смоках пошел в вард сразу поставил. Ну, вообще, это вард очень стандартный. И, мне кажется, ставят его в каждой проигре, что говорит нам о том, что, наверное, все-таки такие варды стоит даже потратить 100 золота и разбить. Или сразу встречать, и если знаешь, что здесь вард поставили, не дать его поставить, что-то в таком духе, чтобы вынужден был, понятно, ставить в другом месте, потому что знает, если он поставит, то его, скорее всего, разобьют. Дима Баунти сейчас тоже приоритетно смотреть. Интервьюерно. Интерес. Какие линии они выберут? А, они вообще, посмотрите, как решили сделать. Вивер потратил шкучи, поэтому здесь две руны заберут. Битва начинается. Соответственно, здесь две руны заберут Дайр. По лайнингу ситуация следующая. На топе нас ждет Вивер. Он показался. У нас вот такой отличный вард. Кстати, этот вард мне очень сильно нравится, на самом деле. Не так часто его разбивают, и мест, ну, обзор он достаточно хороший дает. И самые популярные варды это вот здесь вот, наверное. Ну, и где-то здесь, чуть попозже здесь. Хотя здесь тоже по поводу отводов, в зависимости уже от ситуации. Но самый лучший, наверное, вот где-то здесь, когда ставят. Но его очень часто разбивают. Поэтому, конечно, придумать нужно что-то интересненькое. Ну вот, это хороший пример. Это тот самый стандартный вард возле отводов. Войд с топориком. Очень нужно будет приобрести 10 стики. Если придет сюда. А, Вивер все-таки пошел туда. Ну ладно. Ну, в принципе, против Урса тоже стики не лишним будут, потому что у него, может, интервьюер, само что он проигнорирует. Нет, вроде решил, что будет. А вот им 100% нужно стики покупать против зомби. Это мой любимый артефакт, ребят. Я всем советую стики, не обращайте внимания. Просто не слушайте.
Тинкер против Топлачки. Ну, кстати, Топлачка достаточно неплохо, на самом деле, пока стоит 5-2, если учесть, что против него там СВО лазерком стоит, тоже неприятно, но у него очень приятная, на мой взгляд, анимация атаки через, опять же, блейды приятно добивать, через рефлекшн, все вроде неплохо. Пока у них все плюс-минус одинаково. Тускар. Опять же, Тускар. Тускар был в прошлой игре, Тускар в этой. Видимо, он какой-то много на этом героя играет. Хотя прошлая игра мне не показалась такой прямо от него шикарной. Не было, знаете, там таких крутейших сейвов, которые ты смотришь и думаешь, вау. Но не только же в сейвах дело. Потому что он шарды хорошие кидает. Кстати, они, посмотрите, нас как пошли Вивер и Никс на одну линию, Винтер Виверна и Урсан. То есть все-таки Рэндж и Милли решили поставить, как я предполагала. Скушал Мангусика, нападает на Урсу. Урса, в принципе, готов, если что, наверное, даже драться. И вполне, ну, не совсем готов, потому что у него не было второго уровня, а здесь уже Войт третий взял. У него будет все неплохо по фарму, 12-7, а вот у Урса 4-0. Пока не самый хороший старт, скажем так, для этого персонажа. Вообще, по-хорошему, Урса против Войда 1-1 выносит его в щепки. То есть там без шансов. Поэтому сейчас очень много делает именно зомби на этой линии, а Винтер Виверна пока соперничать с ним не может. Но у зомби уже тоже начинаются проблемы, потому что банально он потратил огромное количество маны, и у него маны вообще не осталось, он уже манго кушал. И вот посмотрите, манго еще подхил, а Урса не сдается. Он клэп прожимает, еще буквально пару ударов. Он идет за ним до конца, но First Blood делает... А, он мог отпиться флаской. Он мог отпиться флаской, он просто не поверил, что... Если бы он, кстати, отпился, у него очень была велика вероятность, что он выжил. Как мне показалось, что ему сделать еще пару шагов, но он просто остановился и за счет этого дал возможность. И он просто покупал сапог, начал потом перекладывать, думать, сейчас я переложу, что-то сделаю. А в итоге получилось, как всегда, знаешь, тебе хочется хорошо, получилось, как всегда. Вот у меня всегда так. И никто такой, не, у нас такого никогда не было, у меня вообще все хорошо получается. И тут Мила опять, знаете, вот этот звук. Ладно. Никогда. Почему я опять? Так, Enchantress. Enchantress третий уровень. В принципе, у нее на линии, наверное, все нормально. Проблемы неловкие какие-то у нас. Тускор пришел, и Тинкер ушел. Но они вместе с зомби пришли, поэтому втроем осилили. Ладно, нормально. Давайте про Enchantress дальше продолжим. 18-6, 18-5 игр. То есть у них лайник в итоге одинаково получился. Притом, посмотрите, оставили пока Вивера, потому что в мид хотели смещаться, думал, пытаться защитить своего Тинкера. Хотя, еще обратите внимание, что они именно Никса взяли, тоже, возможно, для того, чтобы... И не просто им он был нужен в пик, потому что я бы не сказала, что он прям идеальный герой в этой ситуации. Ну и про чего этот Ник здесь просто искать? То есть нет ничего такого прям глобального, почему он мог бы помешать. Нет, не знаю, какого-то деваура, ская, кто урона много мог наносить. Здесь его скорее взяли для того, чтобы не отдать врагам, а чтобы Тинкера не дать возможности ловить. Потому что Тинкера Никсом, на мой взгляд, в мидгейме вообще приятно убивать. Ну, в смысле ловить и убивать. Вообще пару героев, наверное, против Тинкера, которые сразу приходят на ум, которые... лучше всего подходит. Это Спектра, это Никс, это Баратрум. И прям самые лучшие, на мой взгляд. Ну, Шторм Спирит, точно забыла Шторма. Такие, силы света самые приятные. Свои Но я могла кого-то забыть, это я сейчас просто вспомнила. Здесь ни одного из этих героев нету, поэтому Тинкер пока смотрится в лейте достаточно сильно. Вообще, на стадии лайнинга пока резиденты выигрывают, притом неплохо. Если мы посмотрим, что Темпларочка выигрывала эту линию 44-15 против 18-2, а начало было примерно одинаковое. Совсем не то, что мы привыкли видеть. То есть и сейчас даже просто они позвали в мид Виверна, чтобы на Тинкеру помогало. Настолько все плохо. И Никс даже пришел.
Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Он не словит ее. Даже если он словил бы, они ни в коем случае ее не убили. Войт тоже статистика 36 на 16 против 13 на 3. То есть тоже тотальная доминация по крипингу. И две линии по крипингу выиграли просто в салат. То есть 2000 на 7 и по 5, там, ну, по 5 7 минуты это вот только по крипам. Потому что, ну, там три фрага. Ой-ой-ой, кстати, они сейчас заберут. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Ой, это Скар опять сплох сделан, на мой взгляд. Ну, то есть я мог раньше попробовать и зомби дать возможность. Ладно, как-то он... Тут, в принципе, и Никс пришел, интервьюер, да? То есть они потеряли всего лишь одного зомби 4 уровня. Ну, зомби вообще молодец, поучаствовал в 4 из 4 фрагов своей команды. 3-2-1 статистика, то есть у него плюс-минус очень неплохо. Сейчас Войт получит 6 уровень, и это такая вот неловкая ситуация, что, ну, 6 уровень-то он получит, но чтобы сразу реализовать этот купол, нужна именно... нужна прям идеальная ситуация, потому что, видите, что у зомби, что у Скара не особо помощники, дамаджку было выдавать. Залека чуть-чуть, то если получится. Что по левелу Урса? 4 уровень. Ну, хотя вот 4 уровнем Урса вполне. У него, правда, рейндор поменяется. И сзади два героя стоят, которые пытаются его охранять всеми возможными силами, но тем самым мешают его левелу и так далее. То есть, вот, ну, хоть никак не помогут. Это 4 уровень. И, извините меня, 6. На 2 уровня это много. В такой минуте очень много. А Урса, она как бы должна доминировать. Если Урса не доминирует в начале, то дальше у нее только хуже ситуация становится. Ну, нет, иногда бывает, конечно, что лучше. Это все понятное дело, что все зависит там от уровня игрока и как сама команда там поможет в дальнейшем. Но не всегда ситуация складывается, скажем так, в час весов в их пользу. Потому что здесь саппорт 4 уровень. Совсем неприятно. Наверное, Denied. В такой ситуации, ну, не знаю. Хоть ты лес иди просто фарми. Их зажимают. Он хочет забрать обязательно тауэр. И, в принципе, это получится. Верхняя башня сил не тьмы разрушена. По поводу гриф, почему не использовали. Это было бы очень неплохо, если учесть, что еще у него вот там с ХП было не все так хорошо. Поэтому, заметьте, он купил не фласку, а танго. Редко такое вижу. Нижнюю башню сил света атакуют. Вивер с телепортом. Могу в идеале и помочь, но... Right в плохом. Как бы в плохой ситуации какой-то. Он не мог получить купол. Ага, нашли зомби. Ну и зомби, скорее всего, тут должны убить. Он, конечно, поживет, попытается подхилиться, но неужели? Да ладно, ребят. Урса нет Урбубена. Вот тоже неприятная ситуация. Казалось бы, такой незначительный артефакт, но на самом деле, насколько же он много делает. Потому что вот сейчас, скорее всего, они бы убили его, если бы у него Урбубена был. Тускарчик. Стики. Нечестно, сказал Тускар. Отправился в таверну. Зомби приобретает книжечку. 6 уровень получает. 4-3. 3000 преимущества. То есть, вот видите, фраги они совсем ничего не дают. Переключаемся, наверное, уже на Нетворсен, дабы убедиться в том, что 3 кор героев рейтинг-то все замечательно. И убеждаемся в этом. Бларка, про которую мы уже достаточно долго не говорили, уже с блинком. Хотя, честно говоря, в подобной ситуации, наверное, стоило бы задуматься о дезоляторе и выфармливать, потому что у нее слишком все хорошо. Но она решила, видимо, либо добить тинкера, либо... То есть, что подразумевает блинк? Это активное участие уже в
жизни карты, не просто стоите пока и фармить. Но пока команда и без него справляется. И здесь, как мы видим, Войд, кстати, пошел через Mask of Madness. За Хрона он справился с Вивером, и они идут уже на второй Тирадин Тауэр. И, скорее всего, судя по тому, как быстро он падает, они его без проблем забьют. Тем более, две катапульты, даже то, что использовали глиф, это ничего не меняет. Скарп падается, несмотря на Кропас, который прожал сейчас Никс, ничего это не отменяет. Вообще, это, знаете, вот ситуация, когда саппорт один пытается стоять в дефиде и погибает, она уже далеко не смешная, потому что она встречается не только там полупро команды или там в пабликах или где-то еще, а и у профессиональных команд. То есть, видимо, очень хотел Никс получить этот шестой уровень, но, как говорится, здесь его жадность сыграла с ним злую шутку. Зомби шестой. Мы уже говорили, что он купил себе книжку. Enchantress 10, она имеет 1200 золота сверху, пока забирают у нас Юр перед ее носом. Иллюзии, но особо, видимо, ему... Силы тьмы укрепили свои сооружения. Ботл, поэтому он целенаправленно за ними шел. Enchantress ему никак не получится убить. Ну вот, кстати, с Никсом через ультимейт, если он немножко ее прохарасит, мог бы забежать, наверное. О, но не забежал. Просто если он чуть-чуть ее прохарасит там до 60% хп, она нажмет хил. Идеально опасно, короче, нападать под тауэр. Для... Хотя Войда Хрона еще нету. Девятый уровень. 100 000 золота имеется. Кларис сейчас принесет, чтобы с маной не было проблем. Ну, это Барка сейчас соло разбирается с тавером миди. То есть три тавера они снесли, сами потеряли 0 таверов. Потом даже посмотрите, нижнюю, насколько они накоцаны. Вот здесь внизу только единственный поднакоцался, пока Enchantress там в лесу непонятно чем занималась. Единственное, что получилось на данный момент туда разделать. Но из плюсов все-таки не будем забывать, не будем, скажем так, расслабляться, ведь Тинкер — это герой, против которого достаточно сложно заходить на хайграунд. Это все знают, и Тинкер, видимо... Ой-ой-ой-ой-ой! Он все равно умрет. Все равно умрет. И умрет нетрагверно. Хотя она... пыталась все сделать достаточно четко, не совсем хороший Винтерскьюрс, конечно, был, но она подхилила изначально Тинкера, и казалось, вот-вот будет шанс, но команда Войда поспешила к нему на помощь, и, как вы видите, минус 2. Потом еще обидно, потому что Тинкера до сих пор нет блинка, и появится он еще через добрых, там, практически 2000 золота, там, минус 200. Это, согласитесь, достаточно долго. И мы смотрим, Урса 8 уровень. У нее имеется блинк, но она 8 уровень. 8 уровень на Урсе на 15 минуте, когда у Темпларки 14. Как много может сделать Урса? Нужно, чтобы другие что-то могли. Против Enchantress он, разумеется, неплох. Но это не отменяет того, что очень придется постараться им. Прям очень. Сейчас даже то, что они забрали этого самого Тускара, это погоду вообще не делает. Все неплохо, они сами там вынуждены ходить пятером. А здесь ребята, тот же Войд ходил все это время, фармил. Тут тоже сейчас фарм идет. В принципе, так посмотришь, и по фарму они только растут и растут. Дефраг, что они сделали, вообще бесполезен. Но лучше хоть что-то, чем ничего, поэтому будем. Это если с позитивной точки зрения смотреть. Ну, не с Никсом пытаются кого-то найти, потому что Никс находит, станет, и Урса прыгает, убивают. Если дело в том, что сейчас они никак не реализуют вот эту вот связку и вообще не реализуют Никса, то дело пахнет керосином. И они это отлично понимают. То есть то, что у них Тинкер фармит и может как-то
будет способен давить хайграунд, не значит, что остальные герои смогут выдержать этот натиск, потому что он будет, потому что они уже заходят на Рошана, а у Тобларки уже дезолятор. И с такими темпами Рошан упадет, Аегис будет у Тобларочки, они могут пойти забирать дальше Т2, и это... А если у них получится хорошо подраться, то они и на Тир-3 будут заходить. Ну, не думаю, что прям все... Это прям в идеальном мире, где у них все было хорошо. Потому что прошлая игра у них тоже там были такие... Хотя в прошлой игре они на 18-х заходили со Спектрой. Ой. Ой. Кто же продолжит драконье сказание? В общем, Витр, верно? Такой забавный голос. Вроде смотришь, дракон, дракон. Ну, девочка. Тоже девочка. И я реально заморочилась недавно на тему лора Доты. Особенно в связи с... скоро там еще игры выходят. Вау, я слышала. Интересно было про это все посмотреть, почитать. На канале Рухаб очень там... Девочка очень красиво рассказывает про каждого героя. Вот советую вам посмотреть. И кому уж прям Дота прям интересно. Не просто игры. И Энчантресс. У нее форстав есть, который она должна сейчас использовать. И она его использует. У нее фил кулдауне. Они идут за ней до конца. Но дело в том, что очень сложно ударить. Но очень долго на ней даже чок висел. И, как видите, урона хватает. Выживает она. Хороший, на самом деле, фраг, который достается Виверу. Вивер в этой игре единственная, скажем так, надежда. Знаете, вот как Резолюшн единственная надежда СНГ Дота. Тут для Дайер Вивер как единственная надежда на этой гарте. У него, в принципе, все неплохо. У него переносом забирает Оскар, у него руну. Кстати, у него не так много маны, и, возможно, стоило даже попробовать подраться, если учесть, что у Темпларочки имеется Аегис. Ну, такой неловкий момент, Темпларочки-то в замесе не имеется. И зомби используют ультимейт, а Войд полностью без маны и купола нету. Машинки накастовал, и на базу улетел Тинкер. Темпларочка. Дальше планируется Болтарн собирать. В принципе, такой стандартный для этого героя артефакт. Задоджила, прыгнула. Сейчас Тинкера могли бы вообще за это наказать. Но рядом на подсейве имеется Винтервиверна. И, в принципе, при очень большом желании сюда можно и с телепорта прилететь. Да и Урса рядышком фармит. Тинкер себя чувствовал полностью в безопасности. 16 уровень Темпларка. Уровень отличный, у него все просто превосходно. Вивер отсюда пошел по добру, по здорову, просвечка была потрачена. Подумали, что, возможно, он как-то захочет прохарасить шикучами и подловить его на этом моменте. Но подловить не получилось, что Вивер не стал рисковать. Мы знаем, он парень нерискованный. Хотя, вот знаете, вот я не могу до сих пор определиться, рискованный или нет. Сейчас cool story. Лично я по знаку зодиака весы. И знаете, вот это люди, которые всегда в сомнениях, не знают, чего они хотят от жизни и так далее, не могут пирожное в магазине выбрать себе. И мне почему-то кажется, что вот Вивер, это чтобы вы понимали, антимакс предыдущей карты, он тоже что-то из этого сорта людей, потому что он всю игру собирается БКБ, Линкин Сфера, Аганим на антимаге, ну, этот... стандартный сейвовый айтем-билд, а потом рапира. Ну, что-то в таком духе. А потом рапиру выбили, вторая рапира, что терять-то? Ну, примерно такая ситуация. Поэтому я до сих пор не могу понять, что от этого игрока ждать. Ой-ой-ой, это было, знаете, близко, но недостаточно близко. Просветочка была, просветочка. Вивер, беги, как никогда не бежал. И лети, как никогда не летел. Он и летел, кстати. А вот Тауэр можно было бы и заденайть. Но в это самое время Темпларочкой выбили Аегис. И Темпларочку убьют. И Темпларочка достается многострадальному Тинкеру. Ну, почему многострадальному? Потому что линию она его на линии загнобила от А до Я. И как бы очень приятно убивать врага, который тебя гнобил, который тебя бил, который тебя насиловал на линии, а ты его такой бац и убил.
Ну и что, что вы впятером на него навалились? Ну, считай, почти сработало, можно так сказать. А просветочка будет иметься сентричочек, последнее копье, Урса улетает, ультимейт прожимает, Войд отпрыгивает, и у Вивера проблемы, потому что у Вивера последнее копье, да, нет таймлапса. Это минус 3 в итоге, а Рошан еще нету. Ладно, хотела предложить им пойти на Рошана, но потом решила не предлагать. Просто не предлагать. Так бы они, конечно, пошли, послушали. Разумеется, так бы было. Ладно. Преимущество 11 тысяч. Ну, то, что Ньюби были немножко сильнее, чем их оппоненты, это как бы был факт. Потому что в прошлую игру я уже говорила, что они со Спектрой на ХГ на 18-19 минуте заходили. То есть это о многом говорит. Сейчас у них более активный пик, герои которых полегче, наверное, более активно реализовать. Ой, вот у зомби, например, себя сейчас активно реализовал. Ума не приложу, что он тут делал. Ну вот серьезно. Ребята, вообще не понимаю. И я, наверное, даже знаю, что он делал. Он не здесь хотел ставить вард. Хотел ставить вард здесь вот. Чтобы тинкера ловить. Нижнюю башню. Ну, не получилось, не получилось. Сейчас, кстати, умрет. Все, Никс умер. Здесь уже и стан пошел, и Урса его не отпустит никогда в жизни. Притом, заметьте, Урса такой агрессивный малый, он прыгнул такой, вообще ничего не использовал. Ничего, Карпарова, я тебя руками забью. Что-то такое, именно забью. Это как бы утрированная версия немного, знаете, чтобы колорита добавить. Зомби 12-й. Я слежу за левелом зомби, не просто так смотрите, что я там открываю зомби и говорю, так, 6-й левел, так, 10-й, так, 12-й. Просто мне интересно, в последнее время стало, какой левел, каких саппортов, на какой минуте. Если учесть, что, вот, допустим, зомби покупал книжку, а там, например, Тускар не покупал книжку, это вообще очень интересно. Механика доты, она меня продолжает удивлять с каждым разом. Вот сколько я уже смотрела различных игр и так далее, буквально недавно... Ой, нападение на зомби. Реально зомби стал, потому что стал погиб. Смертью храбрых, при том Урса уже клинспри. И, кстати, вот если даже так посмотреть, статистика Урса очень даже хорошая. 5-3-2 с линии, на которой у него был 4-й, как вы помните, у Войда был 6-й, то есть на 2 уровня опережал Войд его. Он оказался в ситуации, что они вдвоем там сейчас только, опять же, на 2 уровня остает. И при преимуществе 12 тысяч у Войда, у их команды, и в том, что он там фармит и вообще ни разу не умирал, еще фрагов в большом количестве поучаствовал, я считаю, что Урса еще как-то камбэкнулся. Я не скажу, что он камбэкнулся настолько, чтобы полностью выиграть эту игру. Все-таки им не дали ему там Рошана забрать и так далее. Но если учесть, что начальный старт игры, в принципе, ситуация достаточно неплохая. Интервьюер на 12-й. Зомби 1, 12-й. 12-й. Никс 10-й. Ага, и вот они прыгают на Enchantress. Супер плохой выбор, когда она была под хилом, поэтому Урса побивает за пару ударов от Кларки. Никс, разумеется, тоже. Тинкер, благо, успел прожать свои кнопки и улететь. Но это не отменяет того, что они начали драку просто отвратительно. Ну, настолько плохо. Я даже, в принципе, не могу представить момент, при котором они могли эту драку выиграть. Это Enchantress, которая все-таки с пикой, которая бы не умерла за пару ударов, даже Урса. Хотя Урса против нее неплохо смотрится. Потому что у нее она была под хилом, и рядом стоял Тускар. То есть зомби. Просто накинуть хил, Тускар распрятать шар, сама использовать пику, Войд поставить хрона. Да, вариантов было столько много. Они, видимо, хотели убить ее за прокас Тинкера и Урсы. Ну, а дальше? Дальше как Никс, Урса планировали уходить оттуда? Ну, как бы они там уже не уходили. То есть они бы потом в любом случае еще, возможно, даже втроем погибли. Даже это при идеальном раскладе.
для них. Вдвоем погибли. Ну, они так и погибли вдвоем. Только они еще и Энчантрес не убили. Да, вдвоем. Ну, БКБ. БКБ Войда. Я думаю, что это против Тинкера. Отличный выбор артефакта. Дальше, возможно, появится... А, ну тут, в принципе, уже понятно, что появится. Даже... Вообще очень удобно, конечно, все сделали. Ну, вот раньше, когда не было понятно, что он собирает, все там делали предположения и так далее. Сейчас все, в принципе, понятно. И почему там меняет свое решение, когда, то есть ты больше информации по игре получаешь. Ну ладно, давайте о насущном. Насущное у нас наличие Аегиса от Темпларки, наличие сыра у Энчантрес. Ну, в принципе, достаточно логично было, хотя я предполагала, что, возможно, Войду захотят отдать, так как все-таки тоже герой слышала полезное, но решили, силы так как у него имеется БКБ, соответственно, зачем? Вроде жив, здоров и весел, Анчатерс может получится убить с прокастом. 1400 хп, хотя, мне кажется, маловероятно, но все равно. Может, маны... Так, 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 Никс. Сейчас у нас тря какой-нибудь пройдет. Ой, ну это такая... Просто зачем он на нее нападал, даже я не понимаю. То есть она... Никс уже погиб. А Темпларка идет дальше. За Винтерверной. У Винтерверной имеется ГОСТ. Сбить телепорт абсолютно нечем. Даже герои, которые бы могли сбить, находились вне с позиции. И следующая цель — это заход на хайграунд. Но тут Тинкер. Тинкер — это, как говорится, твое время. Твой выход, и ты должен сейчас показывать, насколько ты хорош. Хотя, возможно, и не сейчас, так как ребята из Reddit отступают. 18 тысяч преимущества — это очень много, но решили, что без... Ой, Хрона. Ну, Хрона. Ну, вот мы наглядный пример видели того, как Темпларка комбинирует с Войдом. Прям идеально нужно поставить купол. То есть, смотрите, вот мы на данный момент видели, вот, допустим, это был Вивер. Купол стоял вокруг него, и Темпларка не могла до него дотянуться. Она не могла, несмотря на наличие пики, соответственно, Драгонлэнса. То есть, если бы купол стоял вот с этой с точки, вот так вот, она бы до него дотягивалась. Или хотя бы здесь, вот как-то. Но он хотел сделать вначале пару ударов, а потом уже, в принципе, купол ставить. Хотя его пару ударов они поменьше все-таки, чем Темпларки на данный момент. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Центральную башню сил света атакуют. Верхняя башня сил тьмы разрушена. Ты что? Дракониха. Глупенькая-то какая. Они, кстати, убили Энчантрес, вообще молодцы. Я изначально не поняла, она просто не подпустила Винтерверну, поэтому дура я. Она не хотела так сделать, видимо, не хотела, чтобы она пришла в замес. В итоге разменялись Энчантрес на Никса, еще, правда, забрали здесь Урсу, потому что Парочка уже резнулась и готова драться до конца. Ну, Тинкер жив, без него не зайдешь. Здесь, разумеется, Винтерверна. Разумеется, Винтерверна должна погибать. Пускай не сам зашедший арбит поставил, но это нет для того, что Винтерверна. Сколько же она будет жить? Еще и ГОСТ прожала. БКБ. И на Тинкера. О, вот это была ошибочка. Пока вот засейл, получается, Винтерверна. Ну, Тинкеру придется байбек делать. Не, он 100% выйдет делать байбек. Винтерверна сначала решила. Раз уж ее сейвили все. Да нет, против Темпларки придется делать. Силы света Гостик укрепили свои сооружения. Подрубил. Нижнюю башню. А у нее, кстати, гем, поэтому она знает о наличии Никса, и он знает, что она знает. Гача! Понял. 16-15. Ну вот тебе саппорт. Соответственно, Урса 16 уровень, саппорт 15,5 уровень. 22 тысячи преимущества. Ну, мы из хороших новостей Тинкер не делал байбек. Это, наверное, единственное, что можно сказать хорошее. А то, что Вивер смог соло убить
что Скарлетт, конечно, радует, потому что он реально много золота за него получил. Это как раз за Сэма, ну, вот эти 22 тысячи, оно и дает, что он столько получает со Солофраг на Тускаре, который там по Натворсу страдает. Хотя, если посмотреть на Урсу по Натворсу, ну, Урса, она не вывозит столько фармить. Тут так посмотреть, она слишком медленно фармит. У нее есть ни БКБ никакого даже сейчас нет. Хотя БКБ не особо, возможно, здесь спасло. Пытаются выйти, подловить кого-то, но проблема в том, что нижнюю их башню сил оппоненты, они очень далеко. Таур пробили вообще в прошлой файте, в прошлой драке, в прошлом заходе на хэнкраунд. Яшу решил Монтазь. Нижняя башня сил света разрушена. Ну, Монтазь здесь делается, потому что у темпларочки имеется Орчит, и чтобы она в соло его не выносила, Монта смотрится достаточно неплохо. Против воида, понятное дело, спасения нет. То есть в идеале он там бабочку какую-то в будущем соберет. И, правда, неплохой артефакт на вивере. Но пока это Монта. Что дальше, непонятно. Урон нужен. Урон может Дайдалс даже делать какой-то. Может. Но, скорее всего, это будет бабочка. Про наличие МКБ в будущем тоже можно было поговорить. Возможно, молнии. На вивере, кстати, достаточно часто в последнее время видела. Но пока у нас темпларчик собирает Дайдалс. Мне, в принципе, с урона все не... Ой, Дайдалс, какой Дайдалс, она мутором делает. О, а вот тут была хроносферочка. На вивера. Но туска разобрали. Хорошая получилась. В принципе, хотя бы что-то, если учесть, что хрона они потратили. Можно пока дальше пойти подфармить. Дабл дэмэдж у темпларки подходит к концу. И Тинкер маловато. Хотя 30. Хекс очень нужен. Где его взять? Хекс, чтобы была возможность кого-то быстро фокусить. В принципе, Урса, он, если, конечно, давать ему убить, он может много внести. Это все понимают. Но такая неловкая проблема. Не так много у них хорошего контроля. То есть, во-первых, Никс, это станом в идеале нужно попасть, чтобы Урса прыгнул. Ну, достаточно сложно это все делать. Даже если по войду ты станом попадешь, далеко не факт, что у вас с Урсой прям получится его зафокусить за... Так как у него, во-первых, и БКБшка, то есть он плотный персонаж. Ну, вот тебе и... Здесь, правда, сыр сработал. Охрона. Они решили даже без хрона. Он потратил сыр, но хрона не поставил. У него хрона не было. Черт, я думала, что есть хрона. Простите тебя, ты что-то... Засмотрелась. Он же на вивера здесь давал, да? Казалось, достаточно давно это было. Сколько у него хулдаун? Третий же уровень уже хроносфера. Сериале зомби. Еще и тамба. А тамба это 200 золота. Так вот. По-моему, на первом уровне нет, там папа дешевле стоит. Если честно, за всеми этими микропатчами ты... Нижнюю башню сил у меня же атакуют. По поводу стоимости, то там добавят 5, то там добавят 5. Тебе кажется, что ты точно знаешь, а потом кажется, что в каком-то патче это уже давно пофиксили. И как бы ты внимательно патчи не читал, всякие мелочи, они... пропадают. Силы тьмы используют сканирование. Мишени, в принципе, неплохая скорость атаки. Фарм, да вообще, в принципе, это хороший артефакт на войне. Как мне кажется. Верхнюю башню сил света. Думала, что опа. И опять вивер словили. Но для вивера войд... То есть ты, допустим, ты один раз сможешь его обмануть, там, хроном, ну, это потратить. А дальше что? Ничего не получится. Ну, если ты 10 раз ты его не обманешь. Даже если у тебя прям идеально будут кнопки прожаты. Если есть вижен. Забрали энчантрес из положительного. Из отрицательного. Вивер все равно не фармит это время. То есть у него, как ни крути, все равно все не очень хорошо. Кстати, он решил не бабочку собирать, как я предположила, а скади. Ну, опять же, это тоже дает выживаемость, но немного другую. Там несы.
Ну, мне, наверное, здесь и Скади, и Бабочка кажутся такими неплохими вариантами. Хотя, если он соберет Скади, скорее всего, слот следующий будет другой. Хотя, Бабочка, почему нет? Очень Никс бедный. То есть у него только за достаточно большое время, уже 37 минут, у него только ГОСТ. Ну, в принципе, это понятно за счет его статистики 0.69, то есть даже фрагов у него никаких нету. А Никс — это герой, который вообще крипов не бьет. Ну, то есть на спам его там не очень самые приятные, не самые приятные сплы. И, соответственно, мы смотрим статистику. 3 крипа у него за 37 минут матча и 0.6. Вот тебе и... Шанс убить силами света. То есть Тервиверна, она даже имеет помимо ГОСТа хотя бы там какой-то блинк. То есть, получается, здесь как раз она получилась такой фармящей. У нее 96 крипов, ей все-таки немножко поудобнее крипов добивать. Позиционка. Да и брала немножко на пару раз всего меньше. Они, кстати, держат. Было бы 22 тысячи преимущества, оставалось 20. Просветочка, закрыли Ница, получает он Сайленс, замедлили. Ну и здесь, в принципе, единственное, не совсем понимаю, зачем Марка прожимала БКБ. То есть она не хотела о него удариться, да какая разница, он ударился, вы его никак не отпускаете. А БКБ, оно все-таки секундочки, да, не самое. И здесь Войд делает соло-фраг на Тервиверне. Здесь опять же забрали двух саппортов, но сейчас кулдауни, однако имеется просто Аегис. И с Аегисом ты ему было близко, кстати, было близко. И с Аегисом ты просто можешь погибнуть. Немножко будет, наверное, пораньше стоило, наверное, Е поражать ВКБ, если он хотел так. Но это нет, потому что они забрали тавр, и тянули все-таки в итоге Тинкера, а Тинкер уже Урза прожимает ультимейт свой, разбирается с Тускаром, но сейчас ультимейт подходит к концу, Супербаш она уже потратила, и придется делать байбек. Байбек она делает, однако сторона упала, как бы тут уже ничего не поможешь. Байбек также со стороны Рейдиант от Тускара. Я даже не знаю смысл его тут делать. Они сейчас грызаются Войда, но у него имеется Аегис. И он еще через 50 секунд выйдет трансфера. Аегис выйдет отлично. Склэпа его Урса добила. Никс делает байбек. Тинкер просто резнулся. Он не единственный, кто уж всех дефит здесь все эти строения. Но это единственный игрок, который пожалел свой байбек. Зомби пошел. Зомби умирает. Ой, рефрешер! Ой, их рона отличнейшая просто по троим героям. Надо просто добить Тинкера было бы как-нибудь. Тинкер все равно же байбек сделал, да? Уже его не добьешь. Я, честно говоря, думала, что они сразу на Тинкера переключатся. Урс погибает, Урс байбек. Нет, она просто байбека была. Ну, на этом, в принципе... Ну, хотя бы Войда получилось забрать. Притом, 1000 золота за него получил Вивер. Что очень приятно, но... Подождите, а кто? Это был что, третий Рошан, да? С рефрешером? Я что-то забыла про него совсем. Что-то был третий. Приятно, согласитесь. Хрона была очень хорошая. И Стинкера сразу получилось зафокусить. Байбек пришлось потратить. В идеале Дудя посмотрел, называется. Подождать, пока Войд выкупится. Подождать, пока ресница Enchantress, и просто пойти по последней, может, линии и забрать ее, потому что здесь все-таки барак один какой-то покоцанный стоит, несерьезный. Ну, а можно еще кого-нибудь, например, Никса, который будет, наверное, 90 секунд, мне очень приятно. Можно еще Шрайна позабирать, кстати. Неплохая идея, потому что, в принципе, как я люблю говорить, Шрайна — это не только деньги, потому что в такой ситуации у нее с деньгами все вроде бы неплохо. Самое главное — это позиционка, куда может делать телепорты команда. Ну и Тинкер тот же самый. Это все равно очень приятно. И фармить, вот, например, в этой позиционке. Это тоже очень ему нравится. Ты себя практически никак не подставляешь. Ну, они собираются, все, пошли. У Тускара еще имеется сыр, которым он может поделиться с каким-нибудь Войдом, например. Войд собирает себе Аганим, который у него, кстати, уже вот-вот будет, ну, потому что я его еще банально не купил.
Кстати, не знаю, почему курьера он не послал за поймбустером, но это мы никогда не узнаем. Да. Хекс. Послал. Поставил. Все. Не добил. Тинкер после байбека. Хекс получил. Ну, ребята. Никто теперь отпущать его не отпустит. 90 секунд без тинкера. Сейчас еще, скорее всего, Винтерберна. Очень мне всегда нравится смотреть, как она выползает из этого замеса. Но это, правда, немного забавно. Знаете, вот ползущий дракон. Кстати, очень скоро в этом году выходит третья часть про приручить дракона. Не смотрела его мультики, я вам рекомендую. И ломается, медленно, но уверенно падает третья сторона. И не понимают, что здесь, в принципе, пишут, делать время никакого смысла, потому что все герои, кроме Вивера, в таверне, которые могли бы как-то задейтить. И в этот раз уверенная победа у нас от вашего состава Ньюби. Я бы даже сказала, что они практически безошибочно играли, потому что они выиграли все свои линии. Ну, одна линия была ровной, одна линия была не проиграна, не выиграна, но тем не менее. Темпларка в салат вынесла, Войд вообще там переформил тоже очень сильно. Я все-таки, кстати, хотела бы все-таки Урсу похвалить. Да, я понимаю, что в начале у него была очень плохая линия, и у него старт был очень тяжелый, но несмотря на это, он там в своей команде что-то ходил, что-то убивал. Мы смотрим на статистику Никса, и хотелось бы сказать, ах ты, какой плохой нафидел. Но на самом деле все фраги, какие были там хорошие у команды, они сделали за счет его ассистов, за счет того, что он в Виндете кого-то искал. Остальное смотрится не так хорошо. Ну, не знаю, по-моему, Винтерверна себя вообще никак не проявила, то есть она была полностью, вот, кроме шуток, Винтерверна была полностью бесполезна. Вивер, он неплох был, он и урон там наносил и так далее, и там соло какие-то фраги умудрялся делать, но посмотрите, насколько хорош против него был Тинкер. Одним Тинкером, простите, пожалуйста, хотел уже про Тинкера дальше говорить, насколько хорош был против него Войд. Одним Войдом они полностью загнотрили того самого Вивера. Ну а Тинкер из-за того, что линию настолько сильно проиграл, несмотря на то, что позвал он потом к себе поддержку, слишком поздно он свои артефакты выносил по сравнению с Темпларкой. То есть там мы сами видели, когда она там пошла уже с дезолятором и даггером разносить, у него были только лишь одни тревола, и там близок был блинк. Согласитесь, неравноценные получились мидеры. То есть теперь посмотрим, там 29 тысяч. И несмотря на это, он вроде там взял как пару стриков, поэтому у него вроде плюс-минус там неплохой не нетворс. Но все равно этого было недостаточно, чтобы выиграть Ньюби. Следующая игра это King Gaming против Стака Ланема. По идее, должна быть. Вообще не знаю, как она начнется, вообще, что они планировали, так как китайский турнир, ребята. Ну, кстати, у них достаточно неплохая организация, кроме шуток. Я вначале думала, все будет гораздо хуже, но вроде не лагают. Дарита говорила, что в лобби изначально зайти было нельзя, и только через Dota 2 сейчас он даже в лобби стали пускать. Авторитетом задавили. Это я, конечно, шучу. Ну, значит так, по апдейтам я сейчас, конечно, прочекаю. Так, пока еще не готовы играть, ребята, вроде бы, ну, по крайней мере, пока нет никакой информации про лобби. И я буквально я вот сейчас спрошу ребят, чтобы вы не слышали, как я набираю это все на клавиатуре медленно, и знаете, ищу каждую кнопочку, включу вам лучше музыку и немножко отдохнем.